Утром 14 июня на многострадальный Солочинский мост привезли светофоры. Их протестировали и благополучно убрали. Хотя представитель подрядчика уверяет, светофоры все же будут использовать по мере необходимости. Однако предпочтение сейчас отдают регулировщикам. И регулировщики, они видят дорожную ситуацию, да, как бы, и исходя из ситуации, могут уже регулировать все движение автотранспорта, чтобы как бы быть корректировкой. Светофор же, он же как-то его установил, там, допустим, здесь 5 минут, здесь 10 минут, а может быть наоборот нужно, да, тут, допустим, 7 минут или 10, регулировщик он видит, или, допустим, видит, что скорая едет, или какой-то это спецтранспорт, да, там они по рации обменялись, он, ну, остановил движение, там, этот поток спустил. По предварительным данным, ремонт опор на Солочинском мосту продлится до 1 ноября. Все это время регулировщики будут работать утром, вечером и во время пробок. Сейчас у нас на дороге две полосы. Одна полоса для движения со стороны Солочи в сторону Рязани, и другая у нас полоса для движения из Рязани в сторону Солочи. Утром, значит, в час пик, мы перекрываем движение со стороны Рязани в сторону Солочи ориентировочно где-то на 10 минут и пускаем по этой полосе весь транспорт, который идет с Солочи на Рязань. То есть они движутся в двухполосном режиме, за счет этого мы разгоняем пробку. То же самое будут делать вечером. Одна полоса будет открыта постоянно. Каким образом это отразится на дорожной ситуации, покажет время. А пока автолюбители надеются, что часовые пробки размером в несколько километров останутся исключением из правил, а не закономерностью. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».